предыдущих сериях. Это стоянка бесплатная, здесь берут деньги. Здесь нет стоянки. Выпускали. Посмотрите, что сделали эти люди. Прямо вот залили. Отчетливее понимаем, что интерес к данным аферюгам испытываем только мы. Сотрудникам полиции почему-то не до этого. Каждый раз происходит одно и то же. Парковщика забирают в отделение, выписывают протокол и через 5 минут уже отпускают. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, дорогие зрители. Каждый раз, когда вы проезжаете мимо Белорусского вокзала, забирайте знаки, забирайте цепи, забирайте столбы. А главное, никогда не платите этим аферистам. Ну и в конце хотелось бы добавить, что весь этот музей капитал шоу «Поле чудес» Белорусского вокзала мы собрали всего за один месяц.